Так, вот готовим. Сегодня будет плов. Неделя была бешеная. На улице дождь идет. Думаю, скоро уже начнется снег. Готовлю тандыр. Вот. Сейчас буду разжигать, греть казан. Сегодня будет плов. Так, ингредиенты: мясо, говядина, баранина, косточки. Все готово. Вот, грубо говоря, все ингредиенты. Я уже подготовил здесь сбор приправ. Вот. Так что сегодня будет интересное блюдо, которое плов, но будет с изюминкой своей. Вот, на улице дождь идет. Казан греется. Что, начнем готовить? Добрый день, друзья! Сегодня 19 сентября. Мы снова готовим плов. Сегодня у нас несколько видов мяса. Вот мы готовили. Вот уже лук у меня готов. Сейчас поджарим мясо. Огонь активный. Готовим, как всегда, на нашем любимом тандыре, который уже прошел огонь. Сегодня, к сожалению, идет дождь, поэтому вот. Что хотел сегодня сказать? Маленькое такое вот интервью. Почему готовят мужчины немножко вкуснее, чем женщины? Хотя, кстати, женщины многие умеют хорошо готовить. Потому что со временем мы к каждому своему творению подходим именно как к творению. Вкладываем не только душу, сердце, любовь к приготовлению блюда, но и немножко экспериментируем, немножко фантазируем. И приготовление блюда становится именно творением, шедевром внутреннего душевного порыва. А когда наши милые женщины готовят часто, то у них это происходит уже, как сказать, типовое. Каждый день одно и то же, и у них теряется вот эта вот изюминка. Поэтому, милые женщины, не обижайтесь, но сегодня очередное творение будет готовить мужчина. Вот, сейчас набираем температуру. Сейчас перед тем, как вот немножко, еще минуты 3, и мы добавим рис. Загрузил рис, сейчас немножечко поправлю тандырчик, увеличим огонь. Сейчас огонь убавили. Дождик мешает. Ну, так классно вообще-то. Всем привет! Вот, продолжаю готовить. Сегодня у меня национальная тайская шляпка, фартучек. Все как у настоящих поваров. Мне сегодня помогает. Вот она потянулась. Главное у меня. Наш плов томится на таком немножко не сильном огне, но и не на самом медленном. А дождик все идет. У нас уже осень, все опало. Техника, бетон, мешалка приехала. Итак, друзья, заканчиваем. Плов уже, так сказать, зреет, сейчас будет томиться. Немножечко, опа, опа, закрываем, опускаем чуть ниже, чтобы он томился на медленном огне. Опа, все, все, еще 10 минуточек, плов готов. Осень глубокая наступила, остались последние листочки. Сегодня целый день идет дождь, смотрите, какая красота.